поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сотрудники администрации Ленинского городского округа урегулировали вопрос, который касается незаконного строительства зданий вдоль федеральной автомобильной дороги М4 Дон. По адресу улица Донбасская, 75, демонтируют складское помещение. Скоро рабочие приступят к сносу автосервиса и кафе. Была проведена встреча с собственником земельного участка, с собственником этого объекта. Было предложено два решения. Добровольный демонтаж, либо принудительный демонтаж на основании судебного решения. В данном случае собственником было принято решение о добровольном демонтаже. Собственником была подписана дорожная карта по приведению территории в надлежащий вид и приведению в первоначальное состояние со сносом данного объекта. Территорию приведут в порядок до 1 сентября текущего года. На этом месте планируют сделать парковку для автомобилей, что улучшит дорожно-транспортную инфраструктуру вдоль федеральной трассы.